Яркий и душевный праздник, который с размахом отмечается в нашем городе второй год, в этот раз опять собрал вместе сотни людей. Несколько поколений жителей Северобайкальска, бамовцы, которые приехали отметить этот день с друзьями, строителями магистрали, гости из других городов. Важнейшая дата объединила всех. Я хочу поздравить в этот долгометный день всех своих бамовцев, звеносборку, бригаду Бритникова и бригаду Бондаря. И желаем всем здоровья, удачи и благополучия. Это праздник наш поистину, ведь мы основали этот город, ведь мы те, кто приехали давным-давно сюда. Я приехала в 80-м году, у меня здесь образовалась замечательная семья, выросли дети, подрастают внуки. Всех с праздником! Счастья, здоровья, крепкой семьи, любви, верности и всего самого лучшего! С праздником, дорогие северобайкальцы! Как Чебурашка говорил, мы строили, наконец построили. Правда, сейчас дети и внуки подпирают старым путем, но ничего, мы переживем это все. Хороший день! Мы поздравляем наши сельчане северобайкальские, что мы здесь живем. Мы очень рады, что мы здесь живем. Это красивый город. Я очень рад, что я здесь. Спасибо. Всех северобайкальцев поздравляем с Днем Бамовца. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть ветеране долго ждут, радует нас. Мы приехали к вам с Оренбургской области, с города Орска. Были на ваших источниках замечательных. Нам город ваш очень понравился. Великолепный. Попали на ваш юбилей. Желаем вам процветания и надеемся, что мы обязательно приедем сюда и не одни, и не один раз. Спасибо вам. Мы бросили в источники. Как известно, БАМ строили представители всех союзных республик. На площади были организованы выставки национальной культуры различных народов. Вкусно, красиво, душевно. По-бамовски здесь встречали гостей. От лица нашей Армении и от нашей общины мы вас поздравляем с Днем БАМа. Мы желаем, чтобы Северобайкальск также процветал и был самым большим городом. С праздником, с Днем Бамовца, всего наилучшего, дай Бог нам здоровья, за дружбу, за процветание. Официальная часть мероприятия началась с поздравлений высоких гостей, которые отметили важнейшую роль Байкало-Амурской магистрали в истории страны. Ты даже немного побывал в вашем городе, понимаешь, что здесь живет очень крепкая семья бамовцев, в этом замечательном, солнечном, уютном городе. Поэтому желаю вашей семье хорошего настроения, уюта, который помогает вам создавать российские железные дороги. Ну и хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы есть, потому что сегодня вы делаете очень важное и значимое дело для всей нашей страны. Мы это чувствуем, видим везде. И на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале, и в центре. Поэтому здоровья вам, храни вас Бог, с праздником! Невозможно недооценивать ту роль, которую сыграли строители, первопроходцы БАМа в сложнейших условиях, прокладывая магистраль, преодолевая все возможные преграды, строя поселки, станции и города. И все это еще было сохранено в сложные для страны 90-е годы. И вот сегодня мы видим, насколько ваш труд, труд железнодорожников, труд строителей оказался востребован. В сложное для страны, для России время, экономика и перевозочный процесс развернулся на восток. И БАМ сказал опять свое веское слово. Громадное спасибо всем, кто строил, всем, кто сегодня реализует проект модернизации Байкало-Амурской магистрали, модернизации Восточного полигона, всем, кто сегодня работает в сложнейших условиях на железной дороге. Вы делаете великое дело. Мы вместе укрепляем экономику, а соответственно и суверенитет нашей страны, любимой России. Теплые слова от главы города Олега Алексеевича Котова звучали в этот день для ветеранов строительства Байкало-Амурской магистрали. Вы строили в тяжелейших условиях, сквозь горы, через реки, болоты, мерзлоту. Вы шли к заветной цели, к золотому звену. И вы с задачей справились на отлично. Мы всегда вам будем говорить
Спасибо. Впереди у города большие перспективы, и всем планам суждено реализоваться. И сегодня Байкал-Амурская магистраль и наш город не стоит на месте. Мы идем вперед. Огромное спасибо компании «Российские железные дороги». Они оказывают нам помощь практически по всем социально важным для нас направлениям. Оказывают помощь спортсменам. В нашей детской спортивной школе приобретен ринг, боксерский ринг. Ковер для наших девушек, занимающихся художественной гимнастикой. Приобрели 13 яхт класса «Луч». И сегодня у нас яхт-клуб получил второе дыхание. Строится стадион в районе 5-й гимназии. Буквально 3 дня назад приступили к строительству крытого катка в районе 11-й школы. И все это российские железные дороги. Хочу огромное спасибо сказать заместителю начальника Восточно-Сибирской дороги Александру Викторовичу Парчикову, начальнику дороги Вадиму Владимировичу Владимирову, начальнику департамента по взаимодействию с органами власти Юрию Дмитриевичу Нагорных и, конечно, генеральному директору компании Олегу Валентиновичу Белозерову. Невозможно представить развитие нашего города без поддержки народного хурала и правительства Бурятии. Большое, большое очень оказывает влияние на развитие нашего города Алексей Самбуевич Цыденов. Сегодня у нас строится 2 девятиэтажки, строится новый детский садик, идет реконструкция очистных сооружений, строится водоснабжение в 15 микрорайоне. Думаю, что до конца года уже будет введен в эксплуатацию визит-центр на берегу Байкала в парке «Северное сияние». Это только начало. Свои заслуженные награды получили в этот день представители различных отраслей и профессий. Ими гордится город. 8 июля отмечается еще один важнейший праздник – День семьи, любви и верности. Особые награды получили семейные пары, которые пронесли свои чувства через многие годы, сохранив их тепло и нежность. Поднимались на сцену и те, кто в этот день стал мужем и женой – молодая семья Шишлянниковых. По традиции для гостей мероприятия была организована богатая концертная программа. Как всегда, на высочайшем уровне выступили наши коллективы и исполнители. Первый год организаторы Дня Бамовца делают подарок жителям города, приглашая выступить на нашей площадке именитых артистов. В этом году гостей мероприятия радовала уже полюбившаяся кавер-группа «The Champions». Специальным гостем, приглашенным на День Бамовца, в этом году стал Сергей Трофимов. Он исполнил свои знаменитые песни, слова которых севербайкальцы знают наизусть. Исполнителю подпевала вся площадь. За окошком снегири, грядку с рябиной, наливные ягоды рдеют на снегу. Впереди еще 3 дня и 3 ночи.
страдает город Сочи за то, что свел меня с тобой. Со словами благодарности к исполнителю обратился Андрей Иннокентьевич Невьянцев. Также он вручил звезде памятный подарок. По нашей традиции, конечно, мы не можем отпустить вас без подарка. Мы подготовили вот такой символический подарок. Сегодня день Бамовца. Это кусочек настоящего рельса. По нему проехало 300 миллионов тонн. Он снят с настоящего перегона. Мы дарим его вам в знак того, что вы смотрели и вспоминали наш прекрасный край, наших Бамовцев и наш Байкал. По словам исполнителя, он остался под большим впечатлением от красоты Байкала, атмосферы города и, конечно, его жителей. А народ очень хороший, искренний и очень доброжелательный. Так что с удовольствием приедем еще раз, если пригласите. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой. В следующем году город будет масштабно отмечать 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Полувековая история великой стройки продолжается. Здесь говорят о перспективах. Сюда идут большие финансовые вложения. А это значит, БАМу развиваться, БАМу быть.